Любое кровавое месиво из чего-то да состоит. Что же мы сможем увидеть, поборов отвращение и стыд? От Кости осталось полулакосты и кости, от Илюши недопереваренные суши, от Никитоса два пальца и папироса, от Артура мобильная гарнитура, от Вадима осталось лицо невредимо, от Аслана спина и пакетик плана, от Кольки остался перстак только, от Аркашки фу, требуха и какашки, от Димы осталось дохуя так дыма, от Андрея ничего, долги и гонорея, от Фила остались ключи от виллы, от Паши осталась какая-то бля каша, от Сережки рожки ебать до ножки. От каждого что-то останется, жизнь не проходит зря. Взрывной волной разметаются и монашки, и упыря. За примером ходить не надо, пример прямо тут, под рукой. Я хуйнул в них с гранатомета, и они обрели покой. Я хуйнул в них с гранатомета, до сих пор в ушах стоит звон. Ребята те были похуже помета, и ребята те вышли вон. От каждого что-то останется, жизнь не проходит зря. Интересное начинается, когда закончились козыря.